Ну что ж, у нас первая попытка для команды из Херсона пройти ярды, команда нападения. И у нас готовится команда защиты Николая Скификина. Давайте их поддержим, обе команды. Дальше проходит басовая комбинация у херсонской команды. И сейчас у них начнется вторая попытка. То, что у нас происходит голосование на лучшего игрока сегодняшнего матча, званого MVP.